Ну хорошо, продолжим. Значит, у нас предыдущий фрагментик, который мы читали, да, он закончился чем? Он закончился рассуждением относительно того, можно ли, там у нас была фраза такая, да, с чего начался фрагмент, сказал Рава, Иткатфили лехети, будь мне посвящена наполовину, да, или наполовину меня. А если это твоя половина, то не годится. Да? То есть, если он говорит, я беру половину тебя, и там было объяснение того, что действительно мужчина может условно сказать, да, что он собирается жениться, взять в жены еще одну женщину, и тогда все нормально, это как бы понятно. А вот половину женщины никак взять нельзя, потому что она может быть женой только одного мужа. Было еще рассуждение о том, что, возможно, само вот это посвящение ее, оно, может быть, имеет свойство распространяться, да, если половина посвящена, то и все остальное тоже. Приводили нам примеры разные, да, из посвящения животного, например, да, если посвящает человек, говорит, вот это нога этого животного, я посвящаю ее храму, она становится посвященной храму, но на самом деле посвященной становится и все животное целиком. И если вы помните, там была идея относительно того, является ли этот орган, который посвящается, жизненно важным, или он не является жизненно важным. Если он не является жизненно важным, то, может быть, и можно отдельно его посвятить. Если жизненно важным, то никак. Ну и поэтому, собственно говоря, половину женщины посвятить нельзя. И, собственно говоря, на этом у нас предыдущая судья и закончилась. Хорошо, и мы переходим к следующей судье. Следующая судья у нас начинается вот отсюда. Баирава. Вот мы здесь. Баирава. Хецьех бехаципрута. Вехецьех бехаципрута. Маму. То есть, если человек говорит, да, вот эта тема, тематика половинчатости, так сказать, да, которая, в общем, носит, конечно, совершенно абстрактный вроде бы характер или формальный характер, да, и сложно себе представить реальную ситуацию, когда начинается, да, вот эта половинчатость, половина тебя или половина меня и так далее. То есть, скорее, опять же, я уже об этом говорил много раз, еще раз повторю, что когда Талмуд сочиняет как бы такого рода ситуации, то, как правило, эти сочиненные ситуации, они должны прояснять некий концепт, механизм того, как работает тот или иной закон или тот или иной ритуал. И он в каком смысле проверяется вот этими странными, исключительными и не совсем реальными случаями. Но также и здесь, да, то есть вот это половина, она здесь играет какую-то роль, нам, наверное, стоит еще понять, какую, почему, собственно говоря, вдруг появляется вот эта тема половины. Но эта тема половины здесь у нас в каком смысле удваивается. Ну, то есть это половина женщины и половина пруты, то есть половина той монеты, которая является минимумом для того, чтобы совершить кидушин. Это у нас, собственно говоря, в Мишне говорится, да, что когда речь заходит о том, что можно посвятить с помощью денег, то минимум это прута. Прута это, ну, вот монета определенного достоинства, а половина пруты уже не годится. И вот здесь Рава спрашивает, задает вопрос, что если человек, который собирается совершить кидушин, говорит следующее, он говорит фразу такую, что половина тебя за половину вот этой самой пруты монеты и половина тебя за половину монет. По сути дела, он ее как бы располовинил и монетку располовинил. И поэтому вопрос, в каком смысле кажется тривиальным, да, ну, располовинил, не знаю, зачем он располовинил, зачем он таким образом сказал, но в конце концов половина и половина это целое, и половина половина это целое, то есть и монетка целая, и женщина целая в итоге, раз он сказал половина
тебя и второе с половиной тебя. Но сама фраза, получается, раз вопрос такой ставится, сама эта фраза, она может оказаться ненормативным вербальным актом, да, то есть поскольку у нас, собственно говоря, уже несколько наших занятий, да, мы видим, что Талмуд, собственно, занимается вербальными актами, которые сопровождают посвящение женщины с помощью денег. Да, мы остаемся в рамках, в общем-то, одной и той же темы, это посвящение женщины с помощью денег и необходимость определенного рода высказывания при этом. Да, это высказывание, вот они проверяются, разные типы этих самых высказываний, которые теоретически могут быть. Вот такое высказывание, может быть, оно ненормативно, по каким причинам? Ну, потому что про половину мы только что учили, что половину женщины никак невозможно. То есть, если человек говорит, половина тебя мне будет посвящена, то он ничего не сказал. Это не работает. А здесь он вроде бы выразил свою мысль, имея в виду целиком, да, но почему-то используя дважды половину. Ну и Талмуд, собственно говоря, проясняет как раз саму дилемму, да, как здесь нам правильно переводчик поясняет, да, Гемара поясняет сомнение Равы. Киван де амар ла хаци прута паска, то есть, коль скоро он сказал, внимание, Талмуд обращает не на половину женщины, а на половину как раз монетки. Коль скоро он сказал половинки монетки, то в каком-то смысле он разделил этот самый акт, акт кидушин, на две части. Собираясь отдельно посвятить каждую половину женщины для себя. Сюрреалистический момент, но тем не менее. И мы уже знаем, что если посвятил половину женщины, то кидушин не годится. Да? То есть мало того, что он не годится, потому что половина женщины, он не годится еще и потому, что половина монетки, то есть половина той стоимости, которая необходима для души. Или имеется в виду, что он собирался посвятить, ну, как я уже сказал, да, вот этой самой монеткой всю женщину. И зачем-то просто подсчитывает, как бы, да, эту твою половину вот этой половинкой пруты, а эту твою половинку, эту половинку пруты. То есть предположим, что у него самой монетки пруты не было, и предположим, что была монетка достоинства в половинку. Вот у него две половинки пруты, ну, типа, если предположить, да, что нужно за монетку в 10 копеек, там, да, а у него нет 10 копеек, у него есть два пятака. Он говорит, вот тебе один пятак за одну половину, вот тебе второй пятак за вторую половину. Но имею в виду, что, собственно говоря, он ее за вот эту сумму в 10 копеек или прута, он ее хочет посвятить. И дальше Талмуд как проясняет, да, вот эта дилемма нам понятна. То есть этот вербальный акт мы можем расценить двояко. Мы можем его считать нормальным, в силу того, что просто у него не было вот этой монеты, и его намерения как бы были адекватны тому простому случаю, когда человек вручает прут и говорит, вот, так, будь посвящена мне. Или же здесь такого рода акт, он является, вербальный акт, он является ненормальным. Ну и Талмуд как бы продолжает объяснение этого вопроса. Им тем целомар моне вегалеву. Если на самом деле у него вот эти два пятака, и он просто говорит, вот эти один пятак за половинку, вот тебе другой пятак за половинку. И тогда возникает следующий вопрос. Он дает женщине две пруты и говорит, хецьех бефрута, вехецьех бефрута. Одна твоя половина, вот я приобретаю с помощью монетки прута, и вторая тоже с помощью монетки прута. Какой закон будет в этой ситуации? То есть половинка монетки снимается, да, потому что первая фраза была
когда он и ее половинку, и монетка половинки. Монетка как бы не годится, половина не работает, и ее половина не работает. И тогда, если мы считаем, что речь идет вот о таком способе, когда у него есть просто две монетки в полпруты, и он собирается ее таким образом осветить, то тогда я ставлю иной вопрос. Предположим, что действительно речь идет про то, что он говорит, вот тебе полмонетки, вот тебе еще полмонетки, это за одну половину, это за другую половину, но, в принципе, ты вся должна быть мне посвящена за эту. Тому говорит, давайте рассмотрим другую ситуацию, когда он имеет эту самую монетку, и монетку он не половинит. Да, то есть он как бы наоборот две дает даже монетки, достаточно, собственно говоря, одной пруты. А он говорит, вот тебе монетка за твою половину, и вот еще монетка за твою половину. И снова у нас возникает вопрос, несмотря на то, что кажется, что такого рода высказывание, оно в каком смысле, ну, более приемлемо, потому что там у нас была проблема и с половиной женщины, и с половиной монетки, а здесь у нас только с половиной женщины. Тем не менее, «Киеван де амарла бифрута, уфрута паска лимилды». То есть можно сказать, что, коль скоро он сказал «прута, прута», то можно предположить, что тем самым он как бы разделил свои слова надвое и, по сути дела, собирался посвятить себе сначала одну половину женщины, а потом другую половину женщины, и тогда все не годится. «О, Дилма, бьемеа монево голеху». Или, возможно, он собирался закончить вот этот процесс посвящения в тот же самый день, и поэтому как бы растягивал, скажем так, это удовольствие, да, это удовольствие посвящения, и говорит тебе, вот половинка эту монету, а вторая половинка вот за эту монету. Имеется в виду что? Имеется в виду, наверное, то, что это не одномоментный акт, да, а акт растянутый, как нам говорят, растянутый во времени. Тогда, в принципе, на самом деле, вот эта самая прута, да, то есть минимум стоимости, он мог бы тоже, наверное, разделить, да, то есть не очень понятно, почему здесь Талмуд говорит именно о полной стоимости, потому что полную стоимость, он говорит, хорошо, сейчас вот тебе да, часть, а через там 3 часа приносит еще монетку и говорит, а вот еще за вторую часть. В общем, в принципе, все нормально. Типа сейчас бегаю домой, принесу еще пруту и все нормально. Вообще-то говоря, это опять же излишне, поскольку он мог, если у него есть эта прута, то он мог бы посвятить ее целиком. Почему он растягивает, как нам говорит Талмуд, это во времени, не очень понятно. Но само по себе да, можно представить себе, что вот таким вот образом он действует. Да. Это один вариант. Если это такой вариант, то у нас возникает все равно вопрос, да, сомнение. Им тем целомар, коль бы мы амоне выголеху, то есть если мы выбираем этот второй вариант, тогда получается, что он собирался закончить кидушин в один день, поэтому просто вел счет. И она ему является посвященной, все нормально. А если нет, если он не вел счет, а просто посвятил половину, то, как мы видели раньше, половина не работает. Да? То есть у нас и здесь возникает сомнение, работает такого рода фраза или не работает. Дальше у нас еще один вопрос. Мужчина дает женщине 2 пруты и говорит «Хециех бы фрута гайом, вехециех бы фрута махар». Он растягивает это даже не на один день, а на 2 дня. Она говорит, вот половина твоя приобретается сегодня за пруту, и другая прута на завтра. Другая монетка. Ну и опять у нас опять дилемма. Иван де Амар ла ли махар паска,
То есть, если он сказал и завтра, то тогда получается, что сегодня он имел в виду действительно совершить кедушин половинки, и тем самым на самом деле кедушин не состоялся. Или же о Дилма Хахикеамерла. Кидушин митхила мигаидна умигмерла нигмеру адмахар. А может быть, подразумевалось, что вот тебе половина, это еще не окончательный кидушин, завтра будет окончательный кидушин, и я даю монету, которая должна закончить как бы этот процесс. Тогда вроде бы все нормально. Ну, то есть либо не годится, потому что он пытался ее половинку взять, либо годится, потому что он имел в виду на самом деле не половину женщины, а целиком, да, и просто растягивал время. Ну и еще один вопрос, который связан опять же вот с такого рода странными ситуациями. Если он говорит «шней хецьех бефрута», обе твои половинки приобретают со мной при помощи пруты. Вот он ее опять делит пополам, да, и дает ей эту самую одну монетку. Монетка, все нормально. Магу, каков за как мы должны это расценивать? Гаха, вадай бехат зимнекэма. Здесь понятно, что он разовый акт, да, это не растянутый во времени акт, как там, когда мы говорим, что он дал одну монетку, потом вторую и так далее. И он сказал, что обе половины будут ему посвящены одновременно. И тем не менее, у нас все равно возникает вопрос. Какой вопрос? То есть, если речь идет про то, что зачем он ее располовинит? Да? То есть, если он располовинил ее и хотел как бы взять одну половину, осветить, а потом вторую, то это не годится. Или... поскольку у нас две половинки дают целое, то все годится. Еще одна дилемма. Вот такая, да, цепочка вопросов, очень странных, которые начинаются с совсем уж странного, да, деления монетки напополам, женщины напополам. И, в общем, дальше этот вопрос порождает еще каскад подобных вопросов, которые в итоге... что тейку, Талмуд говорит, нет ответа на эти вопросы. Ну, естественно, что такого рода фрагменты в Талмуде являются крайне раздражающими, правда? Во-первых, ну, какая-то ерунда просто полная с этой половинкой женщины, половинкой монеты. Так мы оцениваем или эдак мы оцениваем. А во-вторых, собственно говоря, нет, но она составляет без всякого ответа. Вот они, этот каскад вопросов, значит, наворотили, которые связаны с этой половинчатостью, и на них так и не ответили. К чему все это, да, и зачем? Ну, сказать, конечно, трудно, да. Я уже сказал, что на самом деле речь идет про прояснение механизма. Этот механизм на уровне бытовом, он кажется довольно безумным. Да, то есть, что значит половина? Половина да, половина нет. Но на уровне метафорическом, с которым мы как бы имеем дело более-менее постоянно, это отнюдь не праздный вопрос. А именно, мы знаем о таком разделении, да, народа Израиля во времена Талмуда, по крайней мере, с точки зрения мудрецов Талмуда. Народ Израиля делится на две части, по сути. Одна часть – это хаверим, так называемые, друзья, товарищи, то есть мудрецы. И есть сословие, которое они называют ама-арец – народ земли. Это две половины народа. И сама эта ситуация, ситуация наличия этих двух половин, она является довольно драматичной для самих мудрецов Талмуда. Да? То есть те проблемы, которые возникают, иногда мудрецы Талмуда жестко критикуют этих самых народ земли, которые что? Что такое народ земли? Народ земли – это те, кто не принадлежат к сословию мудрецов, те, кто не соблюдают законов ритуальной чистоты и ритуальной нечистоты. То есть в каком-то смысле это...
Ну, есть ощущение, да, разделения народа надвое. Есть, конечно, и критика мудрецов своего собственного отношения такого, да, элитарного Камаарецы, наоборот, они себя критикуют за такое часто, да, за отношение сверху вниз по отношению к этим самым Амаарец. Но сама ситуация и сам взгляд такой на народ Израиля, да, как на такие две половинки, он, даже если они не половинки, да, то есть, естественно, что мудрецов меньше, чем Амаарец, но тем не менее. Это вопрос о цельности, вопрос о цельности народа. И может ли, так сказать, быть святым половина народа или нет? Возможно, это и вопрос иерархии. Да? Как раз у нас недельная глава была Корах, где Корах приходит к Моисею и говорят, да все, весь народ святые, чего вы выделяетесь? Да? И вот эта иерархичность народа, она... Ведь у нас речь идет о чем? О посвящении. Священие, посвящение – это что? Душа. Душа – это что? Душа на русский переводится как святость или отделенность. И вот эта отделенность, она оказывается отделенностью иерархической. Да? То есть каэны отделены в каком-то смысле больше, чем отделены не каэны, а каэны и левиты. То есть те, кто работают в храме или те, кто работали в храме. Являются ли они более святым народом, или являются ли они, собственно говоря, положим так, да, женой Бога, а не остальной народ, а остальной народ как бы немножко в стороне, или нет? Но у нас мы видели, что предыдущие судьи половина не работает, да, то есть то, что половина не работает по отношению к женщине, в том числе тогда получается, половина не работает по отношению к народу, да, эта святость не распространяется как бы на все, и поэтому народ может быть взят только целиком. А вот эта серия вопросов, да, серия вопросов, которая, собственно говоря, связана с неким обращением. А ведь вербальный акт – это что? Вербальный акт на метафорическом уровне. Это то же самое слово Бога. Да? Это слово Бога, оно обращено кому? Оно обращено ко всем или оно обращено к половине? Если оно обращено к половине, то есть те, кто, собственно говоря, занимаются Торой, это кто? Это мудрецы, да? А народ Израиля не занимается, предположим. Да? То есть относительно того, занимаются они или нет изучением Торы, это вопрос, но, скорее всего, нет в том смысле, в котором изучение Торы понимают мудрецы Талмуда. Я напомню, что мудрецы Талмуда понимают изучение Торы не как изучение сакрального текста Танаха, а как изучение устной Торы. То есть мы видим, что в этих, ну, казалось бы, совсем странных, да, вопросах кроется, возможно, да, кроется и некое размышление именно вот об этой цельности или хотя бы цельность у нас не подвергается сомнению, да, то есть у нас цельность в предыдущей судье закреплена, цельность народа, но тем не менее обращение словом. Оно может быть, да, по крайней мере, возникает вопрос, нельзя ли это обращение понимать как обращение не к народу целиком, а к его части, ну, вот к половине, например, к сословию мудрецов. С этой точки зрения, вот эта растяжка во времени, она тоже важна, да, то есть с какой точки зрения? С той точки зрения, что если я говорю, что временно это обращение идет к одной части народа, а потом, завтра, когда это завтра наступит, уже другой вопрос, потом это будет и обращением к остальной части народа. То есть в надежде на то, что эти самые амгарец завтра, послезавтра, ну, условное завтра, тоже окажутся теми, кто прислушивается к этому самому слову. Ну, это то, как можно интерпретировать вот эту цепочку, которая, казалось бы,
выглядит безумноватый такой, да? Ну, хорошо, давайте посмотрим, что дальше у нас будет. Еще один вопрос, Равы, да, который, собственно говоря, тоже остается без ответа. Бай Рава, штейб нотех лишней банай, бифрута, мау. Две твоих дочери я посвящаю, то есть будут посвящены моим двум сыновьям. Вот даю тебе монетку, и с помощью этой монетки я их посвящаю. Раши добавляет, вы видите, да, отцу двух малолетних дочерей. В Талмуде не сказано малолетних дочерей, сказано просто дочерей. Почему у Раши добавляет малолетних дочерей? Потому что, в принципе, передача денег в нормальном случае, да, она должна идти, ну, деньги должны передаваться самой женщине. Раз они передаются не женщине, а их отцу, то они малолетние. В каком смысле малолетние? Не достигшие совершеннолетия. Вы помните, да, у нас есть градации там между совершеннолетней, да, девушкой и несовершеннолетней или малолетней. Разница, на самом деле, всего в полгода. Но, тем не менее. Поэтому Раши добавляет здесь это слово малолетний, хотя в самом Талмуде этого нет. Так вот, вопрос Равы. Можно ли таким образом осуществить кедушин, посвящение? Плута есть. Да, то есть монета, которая является минимальной, да, минимальная ценность монеты должна оцениваться в пруту. Вот он дает пруту, но проблема в том, что он с этой прутой, он хочет двух дочерей, да, двум сыновьям. И тогда получается, что на каждую не хватает этой самой пруты, получается, что за каждую идет прута. И в этом, собственно говоря, и состоит вопрос. То есть Батарнотен у Микабеля Злинан, то есть мы оцениваем эту ситуацию с точки зрения того, кто дает, и того, кто получает. Видите, переводчик добавляет, в нашем случае это оба отца. Один отец дает пруту, и другой отец тоже получает пруту, и все. А сколько там, тогда можно было бы сказать, вот тебе прута, у тебя есть 100 дочек, а у меня 100 сыновей. Пусть они все будут женами моих сыновей. Дает всего одну пруту. То есть, если речь идет о дающем и получающем, то это нормально. Да? То есть, между дающим и получающим должна передаваться вот эта самая сумма, сумма равная пруту. Выика мамона, да, то есть есть нужное количество денег для посвящения. О Дилма, или, может быть, Батар Дидхи Азлина, Вегалика. Или, на самом деле, мы идем за теми, кто должен быть посвящен. А именно, вот эти самые девочки. А девочек, на девочек не хватает, потому что на каждую девочку половинка, а если их 100, то тогда одна сотая. И снова нам говорят, нет ответа на этот вопрос. Опять мы, да, спрашиваем, что же было задавать этот вопрос, если нет ответа на этот вопрос. Но, тем не менее, этот вопрос важен. Да. Вопрос оказывается о ком? Вопрос оказывается о посреднике в определенном смысле. Да. То есть есть посредник. Мы уже говорили с вами, да, что мы можем рассматривать метафорически этого посредника, как, например, Моисея, да, который посредничает между Богом и народом Израиля. И, естественно, возникает вот такого рода, может возникнуть. Или же нет, или же на самом деле необходимо принять во внимание. Мне что-то, ну, не знаю, что-то вдруг снова запись остановилась, наверное, или что-то такое. И еще один вопрос.
Бай, Рав Папа, спросил Рав Папа. Битха упаратха бифрута. То есть у нас до этого был вопрос, вот дает человек пруту минимальную и говорит о том, что за эту пруту две дочки, за двух сыновей, можно было бы и умножить их, да, на количество. И ответа нет, да, то есть мы не очень понимаем, потому что мы не понимаем, кто должен быть субъектом, что ли, вот этого, этой операции. То есть изначально-то мы понимали прекрасно, да, что субъектов два, есть мужчина и женщина, мужчина дает женщине деньги, все нормально. Но у нас возможны ситуации, когда дающий и получающий – это не мужчина и женщина, а их отцы, условно говоря, да, здесь, или их отец. И тогда ситуация меняется. Теперь здесь у нас снова вопрос. Здесь человек говорит, вот твоя дочь и твоя корова неожиданно, да, присоединять еще корову за вот эту самую монетку. Как мы должны это расценивать? У нас есть два варианта. Ми амринан битха бихацитрута, уфаратха бихацитрута. Мы могли бы расценить так, что раз он говорит про дочь и корову, то можно было сказать, хорошо, значит, монетки не хватает на дочку половину и на корову половину. И тогда, собственно говоря, никакого кидуша не произошло. А можно от Дилма битха бифрута упаратха бемешиха. Или, может быть, он говорит, вот я твою дочь хочу как бы посвятить себе за пруту, и тогда все нормально. А корова так, дополнение, бесплатно. Бемешиха, с помощью мешихи. Мешиха – это способ приобретения крупного рогатого скота. Да? То есть это с этим мы еще столкнемся в дальнейшем. Да? Здесь в каком-то смысле Талмуд предвидит то, что будет в Мишне, потому что сама Мишна, она от вот этих вот способов приобретения женщины постепенно перейдет к способу приобретения рабов и к способу приобретения животных и так далее. И там для того, чтобы акт покупки животного совершился, нужно произвести некоторое действие тоже. Это действие называется мешиха, то есть перетягивание, что-то в этом роде. Лемшох – это тянуть. Нужно потянуть как бы корову на себя, чтобы она стала твоей. Но на самом деле в нормальном случае, конечно, просто мешиха – это завершающий акт, символизирующий переход коровы из одного владения, от одного владельца к другому. Но понятно, что просто так корову вряд ли кто-то даст. И здесь, естественно, возникает вопрос, что за предложение такое, да? То есть предложение получается под текстом этого предложения, получается такое, я так и быть, твою дочь посвящаю себе, но с условием, что ты мне в качестве премии еще корову к ней приложишь, типа как приданное. И тогда, собственно, вот это, этот кидушин работает. А если мы понимаем, что упоминание коровы разбивает стоимость этой самой пруты, то тогда это не работает. И что опять? И опять Талмуд говорит, нет ответа на этот вопрос. Спросил Рав Аши. Бай Рав Аши. Битха викаркаха бифрута. Теперь похожий, собственно говоря, вопрос, только теперь вопрос уже не с коровой, а с землей. Еще одна, да, метафора, которую мы почти к ней не обращаемся. Когда на самом деле я говорил в самом начале, что она тоже, возможно, присутствует, да, потому что земля Израиля, это тоже как бы женский образ, который приобретается. Это карк, да, то есть. И вот он говорит, твоя дочь и твоя земля, какая-то земля, какой-то, видимо, надел, бифрута, дает эту самую монетку. Ну, снова то же самое. Как мы понимаем это? Мы понимаем это, что битха бихацитрута, выкарка хабихацитрута,
То есть нужно разделить эту монетку на дочь и на землю, и тогда дочь не посвящена. Одилма битха бифрута викаркаха бихазака. Вот если корова приобретается с помощью акта перетягивания или протягивания, так и провести под усы, это называется мышиха, то земля приобретается с помощью презумпции. Хазака. Хазака – это презумпция. Презумпция – это ситуация, при которой я считаю хозяином земли такого-то человека. Да, и тот, кто пытается отоспорить, должен привести какие-то доказательства, что это не его земля. Как она возникает, эта хазака? Хазака возникает, например, в случае, если человек достаточно продолжительное количество времени обрабатывает эту землю. И вот кто-то приходит и говорит: ну хорошо, давай теперь мою землю обратно. Ты не садил сад, там то все, в общем, пользовался ее какое-то время, отдавай назад. Он говорит: нет, что значит отдавай назад? Моя земля. И если они приходят в суд, то суд рассудит так, что тот, кто обрабатывал землю в течение этого времени, какого-то, да, там, не помню сейчас, какой промежуток должен быть, он считается хозяином. Это называется хазака. И тогда он, даже если он действительно хозяин, он должен каким-то образом доказывать документы, там, свидетелей приводить и так далее. То, что здесь у нас вот эта фраза, да, звучит именно так, Дилма битха бифрута вихаркаха бихазака. Она очень странная, да? То есть, если я могу понять, что корову я, типа, ты даешь мне в подарок корову, и я ее перетягиваю себе. Но для того, чтобы возникла эта самая презумпция хазака, я не могу просто так стать обладателем этой презумпции, как будто бы я эту землю приобрел. По-видимому, единственный способ прочесть эту фразу так, чтобы она не вызывала диссонанса, это предположить, что этот человек обрабатывает эту землю уже давно. Да, то есть уже есть определенное время, когда он на этой земле живет. И тогда он как бы говорит ему, ну, предполагая, что хозяин настоящий, может предъявить какие-то претензии и привести доказательства того, что это земля его, он говорит ему: ну хорошо, давай я твою дочь возьму в жены, а ты не будешь оспаривать вот этой моей презумпции того, что это земля моя. То есть, по сути дела, да, это тоже своеобразный подарок, который он просит, да, в качестве типа приданого за то, что берет эту дочь. Это как бы один из вариантов понять его высказывание. Но, как мы видим, ну, видите, здесь, собственно, это пояснение есть. Здесь хазака, владение землей, когда купленное поле приходит во владение покупателя, как только тот делает на нем некую работу, из чего видно, что он и является его новым владельцем. Ну, это не совсем точно, потому что как только он начинает работать, этого недостаточно, необходимо определенное количество времени. И этот ответ на этот вопрос тоже нет. Тейку, да, и здесь тоже тейку. Значит, вот у нас целый ряд, да, этих высказываний. Одно про половинчатость монетки в том числе, да, и здесь про объединение определенное, да, то есть с одной стороны освящение женщины или посвящение женщины себе кидушин, которому за эту минимальную сумму прилагается что-то еще, либо вот корова, либо земля, и сам по себе этот вопрос, да, он является чем? Ну, опять же, да, если мы говорим о приобретении, что ли,
народа Израиля, да, в качестве жены Бога, но приобретается вместе с землей, хотя, когда, казалось бы, Бог дает эту землю, да, но тем не менее, да, словно это вместе с землей или нет, то, что касается, например, коровы, то здесь менее понятно, да, что имеется в виду. Но, как мы видим в дальнейшем, и земля, и корова, и разные другие вещи, да, они являются определенного рода символами взаимоотношений между Богом и народом Израиля. И тогда, по сути дела, высказывания, которые здесь звучат, они говорят о разноаспектности взаимоотношений. Да? То есть, когда Бог народ Израиля себе посвящает, он посвящает его в каком аспекте, да, то есть, когда это происходит. Должен ли каждый аспект являться тем, что как бы обозначается Богом отдельно, или они могут быть объединены? Что я имею в виду? Ну, я сразу уже скажу, этот мотив мы будем встречать в дальнейшем, по крайней мере, в первой главе трактата он явно звучит. Когда Мишна переходит от рассуждений о взаимоотношении между мужчиной и женщиной, о взаимоотношении между господином и рабом, между владельцем скота, между тем, кто владеет движимым имуществом, недвижимым имуществом, карка – это как раз недвижимое имущество, надел определенный. Так вот, все эти приобретения, что ли, да, которые перечисляются в Мишне, они являются чем? Они являются как бы различными способами восприятия взаимоотношений между Богом и народом Израиля. То есть народ Израиля является рабом Бога, ну, женой, рабом, сыном, его, так сказать, овечками, или его наделом. Все эти метафоры, они существуют, да, то есть они существуют в том числе и в библейском тексте, не только в Талмуде, да, то есть в библейском тексте мы можем найти подобного рода метафорику. Она разная, и она говорит о разных типах самовосприятия, то есть, да, мы на нашем современном языке могли бы сказать, что это разные типы идентичности народа Израиля или разные аспекты его идентичности. Я себя воспринимаю как раб Божий, себя воспринимаю как его, сказать, он мой пастырь, я его овечка, или я его воспринимаю как жена, или я его воспринимаю как сын. Да, все эти вещи, они существуют. Вот, по сути дела, те вопросы, которые мы сейчас видели, вот эти два вопроса, они как бы являются вопросами относительно того, связаны эти аспекты или нет. То есть я одновременно являюсь, да, рабом Бога, предположим, да, или там его наделом и его женой, или нет. Или же это нечто, что обозначается, по крайней мере, да, или формулируется, или осознается в разных регистрах, не смешивая одно с другим. Ответа на этот вопрос, как мы сейчас видели, да, его пока нет. То есть, и он поставлен, все эти вопросы, да, они поставлены не для того, чтобы, как мы понимаем, получить ответ, а скорее для того, чтобы, собственно говоря, отметить тему, да, то есть проблематизировать нечто. И вот эта проблематика как бы здесь выражена. Ну хорошо, значит, с этой темой половинчатости или наоборот удвоения аспекта, да, мы половинчатости, я имею в виду разделенности народа Израиля или объединенности аспектов, в которых народ Израиля понимает себя, мы закончили. Теперь мы переходим к другой теме. Ну, собственно, переводчик так и пишет. Вот, я подчеркиваю это. Гемара переходит к теме кидушин, которые делаются не при помощи денег, а посредством предметов, обладающих стоимостью.
То есть, когда у нас в Мишне говорится о том, что женщина приобретается с помощью денег, документа и полового акта, мы пока находимся в тематике денег, да, то под деньгами что имеется в виду? Под деньгами имеется в виду именно монетка или же имеется в виду некая стоимость. Да? Вот, собственно говоря, сейчас об этом как раз и заходит речь. Тогда деньги – это не обязательно деньги, да, а это ну, нечто, что имеет определенного рода ценность. Ну, и нам рассказывают как бы такую историю. «Магу гавра, де агдиш беширай». Некий человек вот при помощи шелковой одежды пытается посвятить себе женщину. Ну, какое-то платье шелковое предлагает, говорит, вот тебе платье, будь моей женой. Ну, типа, будь не моей женой, да, моей женой не совсем правильно. Мекудешет, да, ты будешь мне мекудешет, будешь отделена для меня. Вы видите, что Раши и переводчик это воспроизводит, говорит, которая стоит больше пруты. Почему? Потому что у нас минимальная стоимость – это прута как раз. Поэтому понятно, что если он купил это шелковое платье, и оно стоит меньше, то это не работает. Хотя, на самом деле, в дальнейшем Талмуде мы посмотрим, там, возможно, и это тоже проблематизирует. Но изначально, вроде бы, эта вещь, она должна быть, по крайней мере, не меньше, чем прута. Раба Амар, ло цриха шума, сказал раба. Не обязательно делать шума, это оценка. Шамай, да, одно из значений слова шамай, это оценщик. И вот раба говорит, что оценивать не нужно. Что значит, не нужно делать оценку? Оценку не нужно делать. Сколько стоит это платье? Вот он дал платье. Если мы заведомо знаем, что оно стоит больше, чем это прута, то не нужно делать оценку. Рав Йосеф Амар, Сриха Шума. Рав Йосеф говорит, нет, нужно делать оценку. Нужно в том смысле, что если не сделали оценку, то женщина не посвящена. Ну, и теперь у нас возникает вопрос, о чем идет речь, да, и Гемара, собственно говоря, должна нам это прояснить. Иде амарла бехольдеу, если он ей сказал, будь посвящена мне при помощи одежды, как она есть, без оценки. То есть не совсем точный перевод, да. Де амарла бехольдеу, за сколько-нибудь. Если буквально, да. То есть он ей дает платье и говорит, будь мне посвящена за сколько-нибудь. То есть подчеркивает, что оценка того, сколько стоит это платье, неуместна. Она, видимо, заведомо больше, чем вот эта прута, но тем не менее. Ули алма луп лиги де лоцри хашум. То есть если он так ей сказал, если он обозначил то, что оценивать не нужно, да, и говорит, за сколько-нибудь будь посвящена мне за сколько лет. То не нужно делать оценку. Иде амарла хамишин. А если он ей сказал, что будь мне посвящена за 50 зузов, 50 монет, которые стоит вот эта одежда, и дает ей эту одежду. Велошаву хамишин. Если окажется, что эта одежда не стоит 50 этих зузов, то лошаву, да, то есть, опять же, все полагают, по общему мнению, не состоялся вот эта самая процедура кидуши. Значит, на что мы тогда можем обратить здесь внимание? Получается, что если он как бы безоценочно ей дает это, говорит, ну, за сколько-нибудь, сколько это только не стоило, будь мне женой. Нормально. А если он подчеркивает как бы стоимость, и в итоге оказывается, что это платье столько не стоит, то не годится. Почему не годится? Ведь, казалось бы, хамишинзус – это больше, чем прута. Почему же это не годится? Не годится, потому что он обозначил эту стоимость. Да? И получается, что если он ей говорит,
значит, будь мне посвящена, мог бы посвятить с помощью вот этой самой пруты маленькой, да, а он ей дает, не знаю, золотой ларец и говорит, будь мне женой или будь мне посвящена за миллион. Этот ларец стоит миллион. Пошли на рынок, оценили это, или позвали оценщика, оказалось, что это не миллион, а 900 тысяч. Она ему не посвящена. Казалось бы, ну, он такую сумму бабахал, 900 тысяч, почему же она ему не посвящена? Получается, что нам подчеркивают, что во время вот этого акта посвящения женщины, важно ее восприятие, да, ее восприятие этого. Потому что, может быть, она меньше, чем за миллион, не согласилась бы. Потому что от нее же тоже зависит, да. То есть он говорит, вот, будь мне посвящена с помощью этой самой пруты. Но его нет, за пруту я нет, за тебя не пойду. Если он ей говорит, вот тебе платье, сколько бы оно ни стоило, будь мне женой за это. Если она согласна на это, то окей, нормально. А если он ей говорит, помешим, то она предполагает, что это платье стоит действительно 50. И если оно не стоит, то не годится. Но это нам сейчас объясняют, что? Нам сейчас объясняют общую точку зрения. То есть если он не определяет сумму, и она согласна, нормально. Если он определяет сумму, и эта сумма не соответствует, то не годится. Да? То есть нет никакого кидуши. Хорошо, а о чем же тогда они спорят? Это у нас ведь спор, да? У нас спор между чем? Между кем, точнее? Между рабой и рав Йосефом. Да? Раба говорит, что не нужна оценка, а рав Йосеф говорит, нужна оценка. Но в каком случае нужна оценка? Нужна оценка, если он сказал хамишин. Да, это все согласны, и тогда спора нет. И раба согласен, что если он назвал сумму, то оценка нужна. А если он сказал за сколько-нибудь, то и рав Йосеф согласен, что не нужна оценка. Да? То есть в этом смысле их спор не об этом. А о чем же их спор? И плигий деамар хамишин вышагу хамишин. Раба амар лоцри хашума дехашагу хамишин. Рав Йосеф амар цри хашума киван де лоба кия бешума ве итта лоба кия бешума ве ло сам хадата. Оказывается, нам говорят, спорят они вот о чем. Они спорят именно о том случае, когда он сказал 50. И она таки стоит 50. Да? Платье, которое он передал, он сказал, что стоит 50, она таки стоит 50. И в этом случае раба говорит, нужно сделать оценку, тем не менее. А рав Йосеф говорит, то есть наоборот, раба говорит, не нужно делать оценку, а рав Йосеф говорит, нужно делать оценку. Почему рав Йосеф говорит, что нужно делать оценку? Оно стоит 50. Да, то есть он вчера купил в магазине, и мы знаем, что в магазине там ценник висит, оно стоит действительно 50. Все нормально. Тем не менее, рав Йосеф говорит, что необходимо сделать оценку. Почему? Он объясняет. Потому что женщина не разбирается в оценках. И она не решила окончательно. То есть, когда он ей дает это платье стоимостью 50 и говорит, вот, это платье, которое стоит 50, будь мне посвящена в жены за это. Но она не уверена, что это платье стоит 50. И чтобы ее уверить, что это платье стоит 50, необходимо привести оценщика, он оценит. 50, тогда она скажет, окей, тогда я согласна. Раба говорит, не нужно, потому что мы же знаем, да, в магазине все цены видели, она не видела, но мы видели. А рав Йосеф говорит, нет, важно, чтобы она должна знать, быть уверенной в том, вопрос, что можно? Стоит 50. Да, Марк? Спор идет между двумя равами. Вот.
в какой момент включается как бы женщина? Ну, даже и в символическом плане, или в виде этой простой практической ситуации, женщина обладает свободой и волей. Почему два рава могут решать этот вопрос? На чем основано? Почему? У вас иногда согласна, она не согласна. На самом деле, ну, изначально идет речь о том, что один говорит одно, другой говорит другое. Без включения... Марк, я отвечу сейчас. Можно я отвечу? Я понял вопрос. Да, давайте. Да. Значит, эти два рава, раба и равенцию, они спорят не о свободе воли женщины. Они спорят о законе. Каким должен быть закон? То есть, один говорит, что женщина должна доподлинно знать, сколько стоит та вещь, с помощью которой осуществляется кидушин. Другой говорит, нет, женщина не обязана знать доподлинно. Достаточно того, что эта информация общеизвестна. Вот их спор. Нет, так вот тут и нарушается ее свобода воли. Нет, какая свобода? Марк, какая свобода воли? Какая свобода воли? Ну как, если они, говорят, каким должен быть закон. Мы учитываем при этом законе, ее доподлинное знание стоимости вещи или нет, или этого не нужно. Причем здесь свобода воли? Если она выучила правило, что ей не надо знать... Она вообще ничего не выучила. Она же не участвует в этом споре. Это они говорят, каким образом должен осуществляться кидушин. Когда я даю женщине монету, например, прута, там написано, да, там все написано. Вот я дал ей там $10. Все, говорю, за $10 будь моей женой. Окей, она видит $10. Все нормально. Нет никаких сомнений. Теперь предположим, что я ей даю... Ну хорошо, а она хочет, чтобы ей дали $20,000. Это не вопрос. Если она может сказать, я не хочу за $10, это пожалуйста. Ты где? Тут в тексте этого нет. Как они нет? Придумывают закон, не которому она должна подчиниться. Марк, не в этом дело, что в тексте этого нет. Текст же не об этом. Текст не о том, согласится женщина или не согласится. Если она не согласится, так нет кидушин, конечно. Это и так все, это всем понятно. А где это сказано? О том, что она согласится. Но нам говорят, что вот, например, я даю ей вместо $10, что я ей даю? Я ей даю шкатулку. Да? Она говорит, а сколько стоит шкатулка эта? Я говорю, $10. Она говорит, окей. Теперь спор идет о чем? Спор идет о чем? Нужно приглашать оценщика или нет? То есть она должна достоверно знать, что это $10 или нет? Вот и все. Мы с вами вращаемся в одном кругу. Мне кажется, что исходно нет. Тут... Не в одном кругу мы вращаемся, в разных кругах мы вращаемся. Хорошо, если понятно, одни и те же аргументы. Ну как же так? Если они решают, чего ей достаточно, чего нет... Это не они решают, Марк. Они решают, каким должен быть закон. Они решают вопрос о законе, не о женщине, а о законе. Но если закон такой, то она должна ему подчиниться... Ну хорошо, так это все должны подчиниться, и мужчина должен подчиниться, и женщина должна подчиниться, все должны подчиниться. Он должен огласить сумму. Мужчина дает $10 или не дает, он свободен. Женщина свободна, она может сказать, $10 мне мало. Не в этом же вопрос. В чем смысл и закона? Я еще раз проясняю. Закону подчиняются все, и мужчина подчиняется, и женщина. Они пытаются выяснить смысл этого закона, то есть когда осуществляется кидушин с помощью не денег, а предмета, и стоимость этого предмета не вполне ясна, вопрос, нужно ли прояснить женщине стоимость этого предмета достоверно или не обязательно. Один говорит, не обязательно, если женщина согласилась, мы не обязаны проверять, сколько там это стоит, не нужно приглашать оценщика. Она согласилась в том случае, причем нам говорят, что
Нам говорят, что в том случае, если эта вещь действительно столько стоит, если эта вещь, если он ее типа обманывает и говорит, что вот тебе шкатулка за $10, она стоит не $10, то все оба эти рава согласны, что тем самым никакого кидушин не произошло. Чьи здесь ущемляются интересы? Мужчины, женщины, свобода воли? Ни при чем. Просто мужчина должен дать то, что он провозглашает. Правильно? Женщина должна получить то, что провозглашает мужчина. Но теперь возникает какой вопрос? Возникает вопрос, чтобы женщина взяла то, что провозглашает мужчина, нам нужно пригласить оценщика, чтобы он ей подтвердил. Или мы говорим, пусть она зайдет в этот самый iPhone и посмотрит цены. Рав Йосеф говорит, нет, она не обязана смотреть цены. Она не очень опытна в этих делах. Да, у нее айфоном не очень умеет пользоваться. Поэтому нужно пригласить оценщика, который бы сказал, все точно, действительно, это шкатулка $10. Не беспокойтесь, мадам. Все. То есть тогда получается, вся их беседа, ну как бы... педагогика. Они хотят предохранить женщину от... Они не хотят предохранить женщину ни от чего, и мужчину ни от чего. Они хотят прояснить, как должен осуществляться кидушин, механизм кидушин, как должен осуществляться. Вот что они хотят видеть. Больше ничего. То есть в любом случае нам нужно каким-то образом, нам же нужно зафиксировать закон вот этого кидушина, правильно? Почему они говорят, что прута, вот меньше, чем прута нельзя? Почему нельзя меньше, чем прута? Ну, потому что вот это минимальная сумма. Так они назначили. Чьи интересы ущемляются? Ничьи интересы не ущемляются, просто такой закон. Естественно, что все подчиняются, и мужчина, и женщина. И здесь то же самое. Вопрос относительно... Вы сами себе противоречите. Когда вы говорите, что меньше, чем прута, или так далее, то есть фактически обозначается, что нету никакой, ну, грубо говоря, любви, а есть только цена. Марк, вообще про любовь вы вот сейчас, конечно, заявочку нам прям... Про любовь здесь вообще не было, ни слова не было, ни вот, про какую да, любви. Да, вот это и удивительно. Не было. Это вас, оказывается, возмущает, что не было слова про любви. И, вот в чем и дело. Это тоже. И а это тоже. Но, Марк, тут ничего не поделаешь. Воли. Это любовь, свобода воли здесь вообще ни при чем абсолютно. Есть закон, да? Можно сказать, что еврейский закон или вообще любой закон юридический. Да, это закон, который человека ущемляет в чем-то. Понятно? Но, тем не менее, вот есть такие законы. Смотрите, поэтому к закону никто не предъявляет вот вопросы относительно того, есть любовь, нет любви. Да. Женщина согласилась, неважно, вот он ей там, то есть согласилась. И это согласие должно быть заключено юридически. Вот об этом эти два господина спорят. Нужно вот так или эдак. Но прежде должно быть... Значит, получается, где-то в контексте должно было быть сказано. Первично она согласилась, а потом уже оформление. Это когда было сказано в Мишне, Марк. В Мишне же было сказано. Женщина приобретается тремя путями. С помощью денег, документа и полового акта. Нет. Такой закон. Вот это и есть противоречие. Женщина приобретается. Противоречие чему? Противоречие нету чему, женщины Марк? Здесь, в этом решении нету женщины. Есть слово приобретается, вот это или да, это. Да, 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 надо написать феминистам, чтобы феминисткам, что Талмуд вот, употребляет феминист, такие слова. Но мы об этом говорили, Марк, в самом начале. Мы эту тему мы обсуждали в самом начале нашего трактата. Тогда забираю свой вопрос, слушаю дальше. Да, хорошо. Дальше Гемара приводит другой вариант того же самого спора. Ика де Амри, а некоторые говорят, бехольдегу нами плиги. На самом деле спор вот этого рабы и раби Йосифа, они на самом деле спорили не только в том случае, когда оценка этой вещи озвучена, да, когда человек говорит, вот, тебе шкатулка за 50. Не только про это они спорили. Они спорили или не только, а вообще не про это. А спорили даже тогда, когда он говорит за сколько-нибудь. Или, как здесь переводчик нам переводит, спорили во всех случаях. Включая также и тот, когда он ей говорит, будь посвящена мне при помощи вот этой шелковой одежды, сколько бы она ни стоила.
И об этом случае раба говорит, не надо делать предварительную оценку, потому что по одежде видно, это Раши, да, что она стоит больше одной пруты, а значит, женщина посвящена. Однако Рав Йосеф говорит, женщина посвящена лишь в том случае, когда оценку одежды сделали до кидушин, и когда она знает, что это платье стоит больше, чем прута. То есть так тоже можно понять спор вот этого рабы и раби Йосеф. То есть, по сути дела, еще раз, да, я формулирую их спор, к чему в итоге нас приводит. И спор приводит нас как раз к тому, что женщина должна доподлинно знать, да, ту стоимость той вещи, с помощью которой ее посвящает мужчина себе. А относительно того, что употребляется слово, что он ее приобретает, да, против его воли, против ее воли, мы знаем, что женщина может не согласиться. Да? То есть это как бы некий аксиоматический момент, который здесь присутствует. Женщина может сказать, я за этого мужчину замуж не пойду. Ну, точка. Но для того, чтобы оформить законно, да, законодательно оформить сам процесс брака, нам в любом случае нужен документ. Сегодня у нас он тоже есть. Да? То есть идем в ЗАГС, оформляем, тогда они муж с женой. До этого они не муж с женой, и ничьи интересы здесь не ущемляются. Мы тоже можем, конечно, сказать, если не побоимся, так сказать, феминистской критики, что мужчина приобрел женщину после вот этого бракосочетания. Ну, сегодня мы бы сказали, что, а может, наоборот, женщина приобрела мужчину. Но дело не в этом. Дело просто в том, каким образом мы определяем вот эту самую процедуру. Да? То есть законодательство определяет процедуру, которая делает людей вне брака людьми, которые этот брак заключили. Ну, хорошо. И дальше Гемара поясняет мнение раби Йосеф. Рав Йосеф Амар Шаве Кесев Харейгу Кекесев. То есть то, что имеет ценность, равно деньгам. Если то, что имеет ценность, равно деньгам, тогда я должен проверить, ну, это тождество, чему оно равно. Да? Ма кесев декаец. То есть как деньги имеют определенную стоимость. А в шаве кесев нами декаец. Так и вещь тоже должна иметь определенную стоимость. Это мнение раби Йосефа. И поэтому он настаивает на чем? На оценки. Дальше Талмуд сейчас будет выяснять, откуда раби Йосеф берет вот эту самую свой этот тезис, да, то есть тезис относительно того, что вещь, которая имеет определенную стоимость, равна деньгам. Давайте, прежде чем мы к этому приступим, может быть, мы приступим к этому уже в следующий раз, поймем, собственно говоря, теперь нас же перевели немножко на другой акцент. То есть, если до этого акцент состоял в чем? Акцент состоял в том, что женщина должна доподлинно знать во время процедуры посвящения, она доподлинно должна знать стоимость той вещи, с помощью которой ее посвящают. То теперь Талмуд переносит это в несколько иную плоскость, а именно в плоскость того, что такое деньги по отношению к предмету. То есть предмет и деньги – это одно и то же или это не одно и то же? В чем, собственно говоря, суть этого вопроса? Ну, мы знаем, что да, любую вещь можно оценить, и в каком смысле она то же самое, что деньги. Но можно сказать, что нет. Да? То есть, вообще-то говоря, это не совсем верно, что любая вещь, она может быть оценена. Почему? Потому что вещь, в отличие от денег, имеет, ну, в каком смысле, индивидуальную окраску. Да? То есть, я несу часы оценщику, и он их как-то оценивает. А может быть, это часы моего там папы, дедушки и так далее, они для меня стоят гораздо больше. И тогда, собственно говоря,
вот этот вопрос относительно того, можно ли заменить деньги вещью, он становится гораздо более сложным. Да? То есть это не обязательно объективная оценка стоимости вещи, потому что вещь может, она гораздо, ее ценность, что ли, гораздо более расплывчата, или она является ценностью, которая носит индивидуальный характер. Для одного человека это стоит столько, а для другого человека это стоит столько. Такое может случиться. Так вот, Раби Йосеф, нам сейчас говорят, да, он утверждает, что любая вещь, она равна своему денежному эквиваленту. Поэтому он и требует оценщика. Ну и дальнейшее рассуждение Гемара, я сейчас просто не хочу его начинать, потому что оно немножко длинное, и мы точно не успеем, не уложимся за оставшееся нам время. Оно требует еще и обращения к стихам определенным, да, это мы сделаем в следующий раз. Поэтому мы сейчас пока на этом остановимся, отметив вот эту смену акцентов. Да. Одно дело, когда подчеркивается, что механизм кидушин, женщина должна доподлинно знать, да, что, собственно говоря, происходит, а именно, сколько стоит то, с помощью чего ее посвящают. А может быть, здесь другой вопрос общетеоретический, а именно вопрос относительно того, являются ли вещи и деньги чем-то, что можно заменить одно другим, или эта замена не всегда работает. Если говорить о метафорическом уровне, то здесь, поскольку у нас сама история с приобретением с помощью денег, у нас сложна для метафорики. Да? То есть если мы документ, хорошо, Бог приобретает народ Израиля с помощью Торы. Половой акт тоже, да, дарование Торы на горе Синай описывается в Талмуде как половой акт. То есть деньгами хуже, да, то есть, потому что нам нужно найти эквивалент вот этой метафорике, что же это такое деньги. Когда здесь речь заходит о каком-то предмете, или когда вот речь заходила про, например, землю, да, могли бы сказать, что народ Израиля приобретается Богом, потому что он дает народу Израиля землю. Земля – это вещь, земля – это эквивалент деньгам или нет. Сами деньги нам определить сложно. И поэтому у нас пока есть в этой метафорике есть определенный пробел. А вот если мы переходим на вопрос вещи, да, опять же, в Талмуде есть рассказ о том, что Бог освящает народ Израиля, так же, как мужчина освящает женщину, даруя шаббат. Шаббат является чем? Время, да, вещь или деньги. Да, это как бы отдельный вопрос, но, например, да, даруя шаббат, он ее приобретает. Ну, хорошо, в общем, мы на этом моменте сейчас остановимся, продолжим в следующий вторник. Если у вас есть вопросы какие-то, то давайте. Да, Илья? У меня есть. Ну вот, Илья сначала. Да. Да, у меня немного запутанный спекулятивный вопрос, но он скорее на уровне ощущений. Сейчас. Все опустился. Просто сегодня мы заговорили про вещь как некий аналог денег и цену за что-то, ну, в данном случае за кидушин. И я подумал, вот на уровне народ Израиля и Господь, можно ли считать, или это будет совсем притянуто за уши, связывание Ицхака как тоже некую плату, но которая там, по ряду причин не была принята, но, грубо говоря, у нее тоже есть своя стоимость. Можно ли это тоже сюда проецировать, как некий элемент вот нашей женитьбы с Господом? Либо это совсем не относящееся к делу? Нет, это сложно вот в этой, по крайней мере, да, метафорике, сложно прояснить, потому что там ведь, по идее, должно быть наоборот, да, если мы говорим Бог. Да, но у нас часто бывает дерка. Народ Израиля – это жена, но тогда, что, собственно говоря, муж должен что-то дать. Да, но зачастую нам сам Талмуд приводит зеркальные ситуации,
которые не прямые, поэтому я про это подумал. Совершенно верно, да. То есть, ну, у нас и была такая ситуация, и, возможно, еще и возникнет, да, когда, наоборот, женщина говорит. Да, но там ситуация какая? Бог просит, да, он или приказывает Аврааму. Но, например, в христианстве это будет действительно звучать именно таким образом. Потому что само принесение в жертву Ицхака христианством рассматривается как префигурация, собственно говоря, Иисуса. Это жертва Бога, с помощью которой, собственно говоря, он спускается на землю. Собственно говоря, только таким образом брак и может быть осуществлен с точки зрения христианства. То есть он спускается, правда, как скорее как жених. Да? Поэтому здесь такого рода связь есть. Но с точки зрения Талмуда здесь сложнее провести такую... Сложнее осознать эту метафорику. То есть мы, возможно, что мы к ней вернемся. То есть там другое. Да, то есть там получается, что ведь Ицхака меняет барашек, правда? И в каком-то смысле можно рассматривать эту историю как прояснение как раз аспекта взаимоотношения между Богом и народом Израиля, как между пастырем и стадом. Да? То есть я его овца. Я его ягненок. Я ягненок Бога. Опять же, в христианстве это тоже есть. Да? Я ягненок Бога. Я его в каком-то смысле человек жертвует, да, чем-то. Ну, в данном случае Авраам. И эта жертва является, собственно говоря, этим ягненком. Да? То есть, это, например, пасхальная жертва. Это тоже ягненок. То есть там немножко другая метафорика, которая к нашему вот этому сегодняшнему разговору не имеет прямого отношения. Хотя, естественно, что ее можно определенным образом тоже осмыслить. Я почему про это спросил? Потому что кажется, что наш процесс кедушины с Господом, он растянут во времени, и он еще и не факт, что завершен. То есть мы как бы живем, и потом, возможно, это тоже... Ну, то есть... У него нет точки завершения, что вот там деньги или предмет, все, мы теперь... У нас целый ряд эпизодов в истории, и мы не можем сказать, что да, вот в этот момент это свершилось. Поэтому просто навело меня на мысль про то, что вот этих обменов... Поэтому, и, собственно говоря, они об этом и рассуждают, потому что, вообще-то говоря, это же рассуждение о чем в Талмуде, если иметь в виду, если предположить, что эта метафорика работает... то это рассуждение о том, где мы находимся, в какой момент, да, в каком моменте мы себя обнаруживаем. Вот ну, на тот момент, когда они об этом разговаривают. Угу. Спасибо. Марк, вы хотели что-то еще спросить? Да, я хотел, может быть, ну, у меня вам... Вот конкретно по сейчас теме, но в основном мне очень хотелось бы продлить нашу беседу на вашем другом уроке, когда вы сказали, что мы отличаемся от христианства, в котором требуется достаточно веры, а у нас требуется действие. И я вдруг подумал, все-таки это... По-видимому, это не так, на мой взгляд, потому что если мы молимся каждый день там несколько раз и произносим шма, чем это не факт веры? Бог, ну, Марк, все это действительно не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору совсем, поэтому при случае я еще раз отвечу на этот вопрос, хорошо? Ну, хорошо, конечно, это вам решение. Да. Вот. А здесь, если к нашему уроку, то слово, которое вы употребляете, эвфемизм слова «продала», он как бы закрывает вот эту, что ли, средневековую парадигму, что женщина – существо, вот некое противоречие. Мы знаем, что человек имеет свободу воли там и так далее, а здесь всюду, все-таки в неявной форме присутствует этот вместо слова «продает», мы говорим слово «приобретает», вы имеете в виду. Да, да, «приобретаем», «приобретает», вот, и это как бы... У нас есть и другое слово, он освещает, «мекадеш», освещает. Да, ну хорошо, да, тем более, слово «посвящает» еще более приятное.
посвящает. Вот. А по сути дела это скрывает слово «продает». А слово «продает» не подразумевает. Слово «продает» здесь не было. Не было слова «продает». Так нет, вот в том-то и дело. А на самом деле происходит продажа. И если кто-то решает, что цена такая-то или сякая-то, то это и есть продажа. И это есть вот слово «посвящает», замещает слово. Марк, я не понял все-таки вопрос в чем. Вопрос состоит в том, почему у женщины отсутствует свобода воли. Хороший вопрос. Хотя она потому человек. Что она женщина, в том, что я вам могу сказать. Потому что древние люди не принимали за женщину. Это простой вопрос, который на самом деле ответит вам любой человек. Да? То есть у нас есть древние источники, средневековые источники, где женщина воспринимается неравной мужчине. Я на это вам отвечу иначе. Я отвечу иначе, поскольку мы все время говорим о определенного рода метафорике. Слово приобретается здесь. Да? И мы об этом говорили в самом начале, да, в самом начале чтения трактата Кидуши. Есть мидраш, который говорит, что есть несколько приобретений у Бога. Что это за приобретение? Ну, в частности, народ Израиля. Да, там, ну и так далее. Другие приобретения. Приобретение киньян, да, поскольку речь идет о Боге и народе Израиля, вы, конечно, можете сказать, что народ Израиля не имеет свободы воли. Бог его приобретает, потому что он хочет его приобрести. Тем не менее, в талмудических источниках народ Израиля имеет свободу воли. И он может либо отказаться, либо принять. Точно так же и женщина. Она может принять кедушин, либо не принять кедушин. И слово «приобретается», оно не должно нас уводить в сторону лишения свободы воли. То, что сам юридический, так сказать, закон приравнивает брак к сделке, похожей на куплю-продажу, это, собственно говоря, тоже общее место. Это общее место во всех культурах. Потому что на самом деле во всех культурах нужно решить, где бы мы ни находились, да, нужно решить, отделить две ситуации. Ситуация, когда люди женаты, и ситуация, когда люди не женаты. До и после. Как это сделать? Как я узнаю, что они уже поженились? У нас есть, вот идем сегодня, да, в ЗАГС, и там что-то такое подписываем. Это документ, это купля-продажа. Да, в каком смысле, да. Это похоже на куплю-продажу, так же, как подписываю документ, получаю акции, приобретаю там то-то и то-то. Поэтому здесь я не вижу вопросов, собственно. Опять-таки вы уходите. Когда мужчина подписывает документ в ЗАГСе и женщина подписывает документ в ЗАГСе, у них различие только в том, что она может быть левша, а он правша. Вот. Но у них абсолютно равные права. И здесь тоже. И здесь то же самое. И здесь мужчина приходит, говорит, я хочу на тебе жениться. Женщина говорит, иди нафиг. Ну, то же самое. Только вместо подписи в ЗАГСе передается монетка. Вот и все. Вместо подписи в ЗАГСе совершается акт передачи монетки. После того, как он ей передал, а она взяла по доброй воле, после этого они муж и жена. Она я может с вами не принять. Согласен в том смысле, что мы теперь так это понимаем. Я вот до сих пор ни в одном тексте не видел, чтобы как бы право было где-то обозначено, ну, в виде закона. Хорошо, Марк, вы считаете, что в иудейском законе, который у нас вот в Талмуде зафиксирован, человек приходит, не спрашивая женщину, ее покупает, так что ли? Да. Но это не так. Это не так. Ну, это нигде не сформулировано. Это сформулировано везде. Ну, то есть это аксиома. Ну да. Это женщину нельзя купить без ее ведома. Текст многозначен, и его можно... Не многозначен, так. Здесь однозначно совершенно. Мы сейчас, дальше еще будет, у нас уже было, что необходимо да-а-та, необходимо ее мнение, необходимо ее понимание того, что происходит. Ну, женщина может отказать. Это аксиома, здесь не о чем говорить. Ее нельзя приобрести как корову, но приобретение коровы и бракосочетание оформлены
похожим образом. Но, тем не менее, женщину я не могу купить как корову. Ну, поскольку эти события одинаковые. Это не события, Марк, это не события. Это просто, я вам говорю ответственно, что это наш текст стал талмудическое законодательство, сформулировано именно так. Ну, да. Можно вопрос? Да. Последний вопрос. Да. Правильно ли я поняла, что это вот деньги или вещь, это чистая формальность, просто как бы, чтобы произошел этот кидушин. И вопрос такой, если это чистая формальность, почему, допустим, некоторые женщины могут согласиться там за меньшую стоимость, а другие скажут, нет, мне подороже вещи или там сумма побольше. А в чем разница вот в этом плане? Или это эти деньги или вещи, они приравниваются как к стоимости самой женщины? Нет, это не к стоимости самой женщины, а это ее решение. С одной стороны, это формальный акт передачи денег. Он формальный, с одной стороны. А с другой стороны, то, что мы читаем все время, да, и спор, который, например, вот сейчас мы читали, это попытка выяснения, в чем содержание этого формального акта. То есть как он работает, за счет чего он работает. Да? Он работает, например, за счет того, что женщина знает, какую стоимость, или она может не знать этой стоимости, и достаточно просто что-то передать. Это как раз и проясняется. Но сам механизм, он действительно, он сопоставляется, и в этом Марк совершенно прав, он сопоставляется с процедурой приобретения чего бы то ни было. То есть он сопоставляется с этим, но не приравнивается к этому. Потому что женщина не является предметом, который приобретается. Это, собственно говоря, это как раз более-менее очевидно. А относительно того, как они договорились, нам же поэтому, опять же, мы читали, если вы помните фрагмент, где говорилось о том, вот мужчина и женщина разговаривают, они договариваются о чем-то. Они о чем-то договариваются. Он говорит, давай, выходи за меня замуж. Он говорит, ну хорошо, давай, а как, а что и так далее. Ну, то есть это усложняется, например, есть у нас трактат Ктубот, да, это усложняется в том числе и тем, насколько ей приданое за нее и так далее. То есть все эти, так сказать, материальные факторы, они, безусловно, присутствуют. Но эти материальные факторы не отменяют того, что женщина выступает в качестве субъекта, а не объекта. И она может не согласиться. В отличие от малолетней, да, мы видели, что малолетнюю, да, отец может посвятить свою малолетнюю дочь, отдать в жены кому-то. Это да. Без ее ведома. А саму ее без ее ведома в жены взять нельзя. Процедура, с одной стороны, формальная, а с другой стороны, имеющая определенный символический смысл. Вот этот символический смысл, собственно говоря, Талмуд и проясняет. Мы сейчас находимся вот на листах, которые обсуждают вот это денежное приобретение. Почему этих листов так много? Да, казалось бы, формальная процедура дал вот эту пруту, и все, и закрыли тему. Именно потому, что приобретение с помощью денег не очень понятно, что это. Да? Что же, собственно говоря, происходит? Какого рода механизм здесь работает? Вот этот механизм и проясняется. А разве вот это правило пруты? А может, женщина так влюблена, что она готова и за меньшую долю, чем пруты? Марк, это же у нас было как раз на прошлом занятии. Вы просто не были на прошлом занятии. А, да? Меня не было, значит. Ну вот. А у нас все это было. Если, например, у нас там было в том числе то, что женщина дает мужчине некий подарок и говорит, я хочу выйти за тебя замуж. А он спрашивает, а вот это работает? Это работает. В каком случае работает? Если это очень важный человек, и для женщины то, что он принял от нее подарок, является ценностью. Тогда это работает. Тогда не работает закон пруты. Почему не работает? Работает. Ну как?
Он или ну, есть Марк, закон? Ну так, ну так. То есть в этом случае она получает некое удовольствие с точки зрения того фрагмента, которое больше, чем прута. Я же пытаюсь не сутево, а Талмуд настаивает на форме, на законе, на правиле и так далее. Ну вот я же вам привел пример, когда Талмуд настаивает совершенно противоположно тому, о чем вы говорите. Вы просто не были на прошлом уроке, когда женщина является инициатором. Нет, я сейчас оспариваю процедуру. Если в процедуре в законе сказано, что меньше пруты нельзя, то тогда этот закон нужно ограничить ограничивающим правилом. Кроме случаев, когда женщина не согласна. Этого нигде не сказано. То есть я имею в виду... Марк, это ерунда то, что вы говорите, потому что то, что женщина не согласна, это изначальная аксиома, еще раз вам говорю. Где она сформулирована? Так, она сформулирована в самом начале, она сформулирована. Женщина хорошо, должна согласен. Иметь... Да, там. Большое спасибо за урок. Пожалуйста. Вот, не хочу, чтобы вы переживали. Да. Окей. Да. Мы в этом заплыве отбили все вопросы, правильно? Да. Окей. Всем огромное спасибо. Марку особенно за оживленную тематику дискуссии. Да, это очень хорошо. Да. Поощряем всех остальных. Окей, тогда Марк будет как бы лейшталев комбинироваться, интегрироваться с остальными. Все, всем счастливо. Пока. Ури, огромное спасибо. Счастливо. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.